Раз, два, три, четыре, пять. Ребята, здравствуйте всем. Всех приветствую на сегодняшней трансляции по Guilty Gear Xrd. Да, нужно немножко разбавить наш стрим аниматой. Нравится кому-нибудь это? Нет. И надо вебоньку. Во, ништяк. Вот, нравится это кому-то? Нет, но придется, потому что, ну, у меня турнир скоро, и надо вспомнить, каково это делать яды. Вот, каково это играть в файтинг чуть динамичнее, чем что. Ну, скажем так, очень динамичный файтинг, в котором придется думать, так что играть. И привет всем, да, Ксин, Воет, Ирон Фитхер. В ГГ я больше играл, чем в Injustice, но, скажем так, в ГГ у меня став лучше, чем в Injustice. Если ты хочешь узнать, хорошо ли я играю в Injustice, в Guilty Gear, скажу так. Ребят, которые играют в эту игру с какого числа, ну, с 2000 года я не побеждаю, но, скажем так, более или менее что-то умею делать, так что комбы у меня получаются, то есть, так что не переживай. Сейчас только, правда, вспомнить. Рано. Рановато. Вот тут вот дропается комба из-за того, что я поздновато. Можно, кстати, попробовать вот так вот делать. Вот, да, вот эта комба интереснее, потому что там став. Да, дропаем. Но что поделать. Вот еще вот этот став надо выучить. Iron Fitter, Iron Fizer. Я думаю, Iron Fitter не обижается на меня за то, что я его ник читаю уже неправильно, уже который год. Так что я думаю, он привык. Но если бы он не привык, то он бы мне уже давно это сказал. Так, ну тут 209, тут можно выдать больше, наверное. Тут, конечно, по-другому надо комбить. Ну-ка, попробую. Смогу ли я сделать яд комбы? Яд комбы — это самый сложный став, который у меня, наверное, не получится. Ну, нет, смотрите-ка, нормально получается. То есть суть какова? Что такое яд? Instant Air Dash. Instant Air Dash делается быстрым нажатием девятки и вперед. То есть, короче, это на клавиатуре 9 и 6. Вот он выглядит очень низкий дэш. Вот. И суть в том, что его нужно продолжить в комбе. Это довольно-таки проблематично. Ну, такая задротская штука. Вот, которая не всегда получается. Задрот это, конечно, ее уже выучили все, и там очень клевая комбы у Сины есть с ядом, но у меня я дропнул ГГшеньку, и сейчас у меня с этим проблемы, то есть я, скажем так, вряд ли смогу победить нашего топа второй раз. Вот, но постараться можно. Чидорик, здравствуй. На пазе яда делают даже в хлам пьяный и спящий. Ну, блин, слушай, Чидорик. Чидорик, кто ты, а кто все остальные, знаешь? Тоже должен понимать. Кебри, привет. Да, всем привет, ребята. Сегодня у нас не совсем стандартно. Нет у нас Mortal Kombat. Кстати, Mortal Kombat сегодня будет 23:00, не забывайте.
Тут уже как-то другой став нужно. Санна, здравствуй. Что-то не купил Dead or Alive Steams. Да потому что смысл его покупать, если там нету этого онлайна. Я покупаю файтаны только из-за онлайна. То есть если в файтане онлайна нет, он мне не нужен, серьезно говоря. Вот тут став очень сложный. Ну вообще вот это очень прикольная комбат для Сина, то есть который нужно реально учить. Но сетапить ее довольно-таки тяжело. Тут уже комбо очень сложный и в разы сложнее, чем в Mortal Kombat, например, там же. Что такое яды? Ну, Instant Air Dash. Вот он. Это вот, ну как, у меня получается Instant очень плохо, но по сути это очень низкие прыжки с дэшем. Не сразу. Кстати, вот по поводу некоторых механик, то есть из Guilty Gear в Mortal Kombat будет механика. Называется Dead Angle. То есть вот эта механика в Guilty Gear в Mortal Kombat будет. Нужно все-таки вот тут вот так делать, да. А, стоп, ну-ка, я что-то слышал. Я слышал такую телегу о том, что нужно продолжать по-другому Сина. Ага, вот даже... Нет, стоп. Я слышал так то, что нормальные Сины играют иначе. Ну, у меня так не получится, наверное. Там Сины делают по-другому. Я постоянно делаю подкат, палку подкат. Вот. А другие Сины делают наоборот. Они ротацию делают вот такую. Хотя урон меньше, кстати. Не знаю почему. Ну, Чидорик... Скажем так, всегда есть что-то, что делается легче, так же забей. Чидорик, а ты же уже давно спать отправился. Я не знаю, что ты сидишь. Кстати, этот мув тоже можно продолжать, но... Так, ладно, давай, надо сделать комбу. Привет, Реборн. А, я не закончу. Я гулять в итоге ушел, но не сам виноват тогда. Вот что хотел сделать. Хотя попробовать за соло покомбить еще. Я иногда так за соло гоняю, потому что... Ну, потому что персонаж легкий и персонаж прикольный, мне нравится. Между кобелями какими? А там есть какие-то золотые, какие-то... Ты, как я понял, HDMI кабель там пытаешься понять, в чем разница? Или что? А. Бери самый дешевый и не парься. Вот честно тебе скажу. У меня с ГГ такого глобального с последним изменением ничего. Там в последнем изменении они ничего не меняли. Там в,
Последнее изменение будет еще не скоро. Залоченные кабели для цыган. Там... А, стоп, можно даже вот так вот закомбить. Серьезно? Зачем я делаю РЦ? Серьезно. Ну, тут сложно. То есть, это... смысла в этом нет. Сам хочу сделать дослуп. То есть, вот, он делается вот таким вот макаром. Да, ну. Сейчас, наверное, уже не сделаю его. Да, доступ уже не сделал. Мариус Рус, здравствуй. Ну-ка, дядь, будешь еще стримить? Буду, а что? И вопрос. Ребята, у нас выходит МКХ, который будет стримиться каждый день. Ну, дайте уж сезон закрыть. Вот он, блин, так сложно попадать. То есть, учитывая, что есть еще задержка, вот, вот такое, вот это вот комбу делать очень сложно с делаем. Кадей скоро умрет? Ну да, я знаю, а что? Ну, то есть, МК-9 умирает, и все будут играть в МКХ. Смысл его стримить. Когда выйдет МК... Когда выйдет Mortal Kombat... X, там же вообще всем наплевать будет. Ну, конечно, останутся люди, которые будут сидеть в болоте там с 10 человеками и говорить: мы играем в Mortal Kombat, Mortal Kombat самый лучший файтинг, а MKX дерьмо какое-то, и мы не будем его покупать. Вот, но это, на это таких людей не стоит обращать внимание, потому что это, ну, это вообще, это просто удаляю. Так было с... Очень часто в файтингах люди просто отказываются учиться чему-то новому. Они вот выучили ресет смока, и вот его... Только его делают. Куржик, здравствуй. В болоте как в ГГ? Ну, в Guilty Gear Xrd, в Guilty Gear Reload, так. Там люди сидят, они нормальные. Я же понимаю, то, что меня там готовы уже запинать за такие слова, но все же, ну, чё поделать? Надо как-то. Давайте попробуем миссию пройти одну. Нет, челленджи. Миссии я все прошел. Те же люди, которые говорят SF2 торт. SF2 торт, конечно. SF2 это хорошая игра. Но, блин, есть уже давно SF5 скоро выйдет. Как бы. Ой, тут уже такие триалы пошли сложные, которые делать реально лень. Просто тут уже яды пошли какие-то упоротые. Так мне не хочется это делать на самом деле. Да, давайте не будем сегодня делать. Я хочу выполнить ачивку, пройти все триалы. Вот, я понимаю, что это нереально, но все же. Когда-нибудь я сяду и пройду. Thunder Poop. Лол. Ну, Чудорик, ну, можно, конечно, сидеть и говорить, мне душа жаба, но если нравится, если любишь жанр, если хочется, ну, придется. Вы там Плахикус, Чипедди, там, короче, вообще просто удаляй. Такие ребята собрались. Пойду я отсюда. Там какие-то просто совсем... злые. К тому же мало где, вот 14 человек. Пойдем посмотрим, может кем-нибудь поиграть удастся. Отлично, классная комната, мне нравится. Ну,
Надеюсь, не будет лагать. Кстати, играем с французами. Завтра, да, завтра новость на главной будет. Я не знаю, мне, я ничего не буду говорить. У меня старит договор... Ну, не договоренность, а иногда Тарик говорит вещи, которые будут инсайд-инфо, и просто не хочется лишний раз подставлять. Поэтому я просто буду молчать. Отлично, нарканет. Нет, прости, парень, но с тобой мне не по пути. Вот я поиграл, ну, скажем так... Тут нету людей, с которыми я смогу поиграть. Так что ждите, ждите, Тари. Завтра должен новость на главной повесить, в которой будет кое-что интересное. Правда, это будет поздно очень, но все же. Так, что тут? Тут Чип против Кая. Кай стандартный персонаж, у Кая. Кай может зонить, но Чипу все-таки наплевать на зонинг. Потому что у Чипа есть телепорт, и который он отлично использует. И да, у Кая очень... Для Кая это очень плохо, и в принципе вы видите, что происходит. Просто без шансов. Без шансов, без вариантов. Ресет, комба. И тут уже... Уже без шансов. Скорее всего, второй раунд он также заберет. Но тут хорошо подбежал, развел на берт. Слил он инфу раньше, чем надо. Кто Тари? Я ничего не сливал. Мне все хорошо. Ой, реверсал. Но это не был реверсал, кстати. А, кстати, можно комментировать турнир. Можно... Надо писать в чате. Потому что... Мне нужно сообщение набрать. У меня ачивка на 50 сообщений нужно. Ух ты. Вот мне нравится в меню. То есть не в меню, а в этом просмотре можно писать сообщения, их, возможно, видят даже игроки, если в комнате ведущие установили возможность просмотра. Кстати, вот очень красиво выглядит это всплывающее окно. Можно писать, что там, не знаю, Доскин рак. Вот. Он во время боя это увидит. И лично меня бы это раздражало. Серьезно. Ой, котейка. Ну, ладно, я о своем. На Кая рак явно. Ну, да нет, так. Ну, скажем так, мог лучше. Ну, сейчас добьет, скорее всего. Тут уже все. О, нет, не добил. Между комбат-паком и простым разница есть в скинах? Ну, разница есть. Не будет скинов, не будет бойцов. Будешь ты без скинов и без бойцов играть, так что... Ну. Блин, ну ты серьезно, он ливнул. Ну... Это чтоб вас, мрази. Они такие... Вот я за это ненавижу Guilty Gear. Вот разработчики... Suck my balls, просто мрази. Это просто нереально. Вот ты ждешь свою грёбаную очередь. Где стрим-то? Нету, наверное. Вот. Ты ждешь свою грёбаную очередь. И в этот момент ему вздумалось пойти наверх. И вот, вот так вот сидишь и пытаешься поиграть с людьми, найти человека, с которым поиграть. Ай, боже. Какие ублюдские комнаты просто. Вот из-за этого Guilty Gear самая игра хорошая, а вот эти комнаты это самое худшее, что можно было придумывать. Вот серьезно, я вам говорю. То есть это из-за чего я Guilty Gear больше не... Ну, я планировал играть постоянно в нее, но вот эти комнаты мне испортили все. Да, очередь в кассу очень подходит.
То есть ты... Ну, я не знаю, как это писать, это просто... Пошли они нахрен со своей... своими комнатами. Идея хорошая, но реализация говно. То есть, по сути, знаете, вот как просто вот... Просто эту идею можно исправить. То есть, вот, что лично мне и многим игрокам нужно взять и создавать одну комнату. Вот один на один. Просто все. Один на один. Больше ничего не надо. Вот один на один, дайте мне комнату. Я буду сидеть и упарываться с одним бойцом по 20-30 часов подряд. И мне не нужны вот эти вот бестолковые комнаты. Зачем? Непонятно. А в ранкедах не вариант играть. В ранкедах там жуткий... Вот именно в ранкедах лагает больше, чем в остальных. Отлично, мы нашли нашего противника. Здравствуй, револьвер. Ну, у меня, как всегда, горит от Гултигира из-за того, что они... прыгнули чуть выше своей головы и шлепнулись лицом об асфальт. Ау. Вот это паниш, вы видели это паниш? Дай поесть, черт. Не, игра там, кстати, норм. Но придется. Да поешь. Хороший антиэйр. Норм он играет, чего? Реверсал. Да! Вот это я понимаю. Планарний, здравствуй. Комната это фича. Комната это фича, которая ломает все. Ломает все желание играть. Так, идем. Ну нет же, ну вот что это такое? Ну, победил. Победун просто. Все. Что поделать? Кажется, у меня случился рак от этих ДП, от каких ДП? Которые он делает? Я-то реверсали. Я вижу, что он пытается лезть. О! Тин разделе. А, точнее, батьку раздели. Ну что же ты? Страшная такая. Да ну! Уйди. Не, ребята, онлайн у Nether Realm, все говорят, нормальный. То есть в онлайне все хорошо, так что не переживайте, все будет отлично. То есть там еще какие-то фиксы вышли, так что все будет... Все должно быть хорошо. Не переживайте. Heaven or hell. Duel. Duel. One. One. Let's rock.
Что-то он меня зажал в угол. И мне это не нравится. Удаляй. Все, просто успокойся, успокойся. Тихо, бро. Тихо, бро. Что ты какой нервный, а? Как это? Грид называется точно. Это называется вот этот вот удар, который он делает, это называется грид. Так, тут мы можем покататься, пофейсролить. Близком. А ты думал, в сказку попал, что ли? Да ладно тебе! Закомбить он пытался. Комбилка еще не выросла. Что-то вот это вот было очень плохо. Вообще плохо. Очень плохо. Просто удаляй, все. Тут уже. Конечно, врагу не сдается наш гордый варяг, но... Что-то мне... Окей, я тебя понял. Ну ладно, можешь, магет умеет. Ничего не скажешь. Способный. Да ладно, чё ты? Мог дать закомбить мне на 200 урон, на 200 хп. Вот тут сейчас он накомбит мне по лицу. Давай, кончай уже этот цирк. Ха. Так, мы не добьем, да? Да. Да что ж ты, у тебя за грит-то такой волшебный? Все. Ты уже прекрати ты бегать. Все равно парень уже все слился, уже ни метра, ничего. Уже можно было понять, что все для него закончилось. Эх, вы даже не знаете, сколько мне хейт-мейлов пришло от одного парня. Ну, кто смотрит стримы мои давно, те видели эти прекрасные хейт-мейлы. На тему того, что я ничего не умею. И никогда ничему не научусь. Вот это было грустно. Очень грустно. Так, тихо. Подожди. Дай передохнуть. Дай, встань. Сраный грид, а? Просто катайся лицом по кнопкам с гридом и радуйся жизни. О, как тепло, как хорошо. Всегда мечтал сыграть с таким каем. Хотя, что мечтать-то, я с такими каями каждый день играю. Играл когда-то. Птица, счастье завтрашнего дня. Да-да-да. Вот достал, просто обидно от того, что он достал. Ну, неплохо. Что ж у тебя за...
Да ты думал, что если ты Кай, то ты можешь смело прыгать? Вот это да. Самый веселый, он сейчас тоже бесится, люто бесится от того, что... Ух ты! Ух ты! Вот, кстати, это Dead Angle называется, только что был. То есть это то, что добавят в Mortal Kombat. Жалко не закомбил, а? Вот жалко, жалко не закомбил. Можно было сейчас засетапить так сочно. Супер, и потом еще попасть ударом. И после удара еще там продолжить комбу. Да-да-да, если... Неткод, кстати, я забыл пододвинуть. Если Netcode лучше, чем в Injustice, он хороший. Потому что мы играли, ну да, пинг есть, то есть есть дилей, но... Скажем так, он может быть даже очень неплохим, потому что вы не видели, скажем так, плохих неткодов. И вот, вот просто вот отстань от меня, пожалуйста. Отстань со своим ты... гридом. Ну тут я проиграл, кстати, да. Тут все. Или не все. Граппы, ну, подкат теперь. Ты не прочитал мой рейдж-мейл. Ну прости, чудорик. Времени, как бы, понимаешь, что, ну, тяжело что-то читать. Я же понимаю, что стример, но... Стример по файтингам, в которых явно лучше читать сообщения, чем, например, в том же Лальце. Лальце-то куда сложнее, я понимаю. Вот это да. Я не могу. Ну, вот в Mortal Kombat X он будет там, скажем так. Хотел перебить. Да что ж ты пытаешься-то лезть? Парень вот неугомонный, знаете, он просто в 150-й раз подряд лезет на вейк. Куда, чего делать, вот просто физи... Ну, просто не стоит. Ну, вот это глупо. Парень не успокаивается и все пытается, пытается. Вот это плохо. Вот, с горем пополам. Твои родители случайно не хлеб? Прости, чудорки. Я не знаю ответа на этот вопрос. Да-да-да, вот, кстати, это Пахоп правильно пишет, потому что худший неткод это на PC SFX Taken, потому что вот там вот на самом деле ужасно. Вот поиграйте просто. Попробуйте, вот купи, попросите у друга. И Marvel с Capcom. Там даже люди не могли играть с друг дружкой. Просто вот
вот это вот как не нужно играть. Вот я сейчас показал. То есть я показал сейчас, как не нужно играть в эту игру. Ну, реверсалить тоже хорошо, когда умеешь. Ну ладно. Ну, любит парень реверсалить, но что я поделал там? Видимо, в любой непонятной ситуации там реверсал идет. Ну, закомбил, все. Или не закомбил, лол, запорол. Так, тихо. Ну ладно, ладно, ладно. Фаркин, здравствуй. Опять издеваюсь над людьми? Это надо мной издеваются. На самом деле в Guilty Gear тут нормально все с ребятами. Тут просто собрались ребята, которые реально играют в файтинги. Все. То есть тут вы не найдете людей, которые там, ну, скажем так, пришли вот, ну, пофаниться. Тут в этой игре людей, которые пофаниться, нету. Потому что все люди знают, на что идут. То есть знают, что такое Guilty Gear. Знают, зачем эта игра нужна. И, скажем так, тут все задроты. Тут таких как я, десятки. Просто. Даже Dead Angle. Насколько я парня-то загнобил. Ой, хорошо! Хорошо-то как! Вот это да, я сам не ожидал, ребята. Я сам не ожидал такого хит-конферма. Ты даже мой пикап не заценил. Какой пикап, Чидорик? Ты... Ладно, я просто, чтобы неудачно не пошутить, и чтобы Чидорик не обижался на меня. Вот это да, вот это да. Ты думал, в сказку попал? Хотел. Вот это вот что? Назовите мне вот... Как это называется? ДЦП это называется просто. Когда ты просто делаешь бёрст вот в никуда просто. Да отвали ты от меня просто. Ну что ты за чё? Да ладно тебе. Ну победил спустя... Сколько? Спустя 5 раундов он у него смог. Почему ГГ самый сложный? Ну это довольно-таки... Проблематично тебе объяснить из-за механики. Из-за механик, из-за противостояния, из-за количества механик. То есть на каждый ответ есть... То есть если в Mortal Kombat у тебя на каждое действие есть один... Такая кружка. То есть, например, в Mortal Kombat, ну... В Mortal Kombat у нас есть там пара вещей. В девятом, вот сейчас десятый, возможно, станет одним как раз тем, что Mortal Kombat не хватало, это количество механик на квадратный метр. Потому что очень скудное количество механик было в Mortal Kombat. Из-за этого он был простым, но не давал никакого... пространство для ребят, которые хотят играть в этот файтинг. То есть, ну, скажем так. Сейчас в Mortal Kombat завезут механик, и он будет, скажем так, по крайней мере, интересным. Потому что большая проблема. Да ты что? Да ты, ладно тебе! Комбить научись! Вот. О чем-то я опять уехал в рассуждении Mortal Kombat плохая игра. Вот, неправильно, не надо так делать. Адуон, успокойся. Никому не интересно слышать твои стоны. Вот, Guilty Gear механик очень много. Это помимо сложной системы комбо, которая тут довольно-таки нестандартная и не такая, как во всех остальных файтингах, тут еще есть большое количество механик таких, как, например... есть шкала риска, вот, например. Это
если очень долго тебя бьют в блок, то нагревается у тебя уже непосредственно блок, и ты... не сориентировался на самом деле. И последующий удар будет в крит. То есть эта механика, она позволяет... Я ненавижу этот... Ладно, я сам виноват, надо было реагировать. Здравствуй, Савгир. Постримил МК, потерял одного зрителя. Возможно, он увидел, как плохо ты играешь. Да. Он успел. Вот не рассчитывал я, конечно, на это. Ладно. Победил. Автокоррект ужасен. Ты про Ков забыл? Ну, Ков, да. Ков это там совсем другая жесть. Во сколько сегодня стрим по МК? Ну, в 23.00. Я все анонсы вешаю. И что показывать? Это заключительный стрим. И вот именно вот самое обидное, вот этот грёбаный случай. Играли мы с ним. Он мне проигрывал. Никто не подсаживался. Как только я начал проигрывать, сразу какой-то мудак подсел ко мне. Извиняюсь за это слово. Это не при... Ну, так говорить нельзя. Вот, подсел, и я вынужден сейчас смотреть и думать о своем поведении, о том, что надо сейчас будет выигрывать, а то придется вот смотреть, как играют другие. По поводу, что сегодня показывать? Сегодня заключительный стрим, последний, что-то должны показать, я не знаю, ну, они обещали Жаклин и Джакса, как минимум, показать, но Жаклина и Джакса показывали уже, возможно, сегодня будет что-то еще. Но это заключительный стрим, который будет последний, и так что я думаю, что должно что-то интересное. Ну, что-то объявить, что-то показать, может быть. У них там готов Джейсон. Ну, я сомневаюсь, конечно. Качаем КАИС. Ну, в любом случае, я не знаю, я пока планирую, что... 14 числа будет стрим, до скольки он будет, то есть когда он будет, ну, в 00. А до скольки он будет, не уверен. Так что, может быть, он будет до утра, может быть, будет 24 часа, я не уверен. Может быть, я достримлю, буду стримить его до выхода. Я думаю о том, что постримите Mortal Kombat X на PS4 до выхода официальной версии игры, то есть на PC. Они будут везде стрим. Нас уже сидят и дразнят, потому что обладатели, ну, Европа уже играет. Там арабы какого-то хрена получили игру, какого-то хрена получили в Греции игру. Почему? С чего это? Ну, у них такой уже релиз состоялся, непонятно. Ну, что ж, грустно. Парню нужно было подсесть, чтобы насосать и чтобы ливнуть. Такое, ну, слишком сложно. Вариация Жаклин, да, вот Войт уже написал, что там будет. Спасибо, Войт. Боится. Внезапно. Нет, внезапно не получится. Я понял, он там... У него любовь к реверсалам. Просто он... Он их херачит куда надо и не надо. Надо реализовывать. Реализовывать метр. Давай вот. Ты пойдешь куда-нибудь подальше. Сидим, курим.
вот это я запанишил. Вот это паниш, ребята. Вот это паниш богов, я понимаю. Нох, здравствуй. Да это абсурд на самом деле. Просто, ну, обидно за то, что остальные играют. То есть они как бы, ну, скажем так... Еще обидно за то, что Twitch просто это все не пресекал. То есть, если бы он пресекал, и этих стримов я бы не увидел, вот, возможно, я бы просто даже, ну, и забил. Ну, вышел и вышел. Но мне очень обидно за то, что... Вот я сидел, я предзаказал игру, а кто-то уже в нее может играть раньше, чем я. Вот это да! Дедангл промахнулся. Батюшки. Ну и молодец, он в блок прокат сделал из-за этого. Навернул. Нельзя так делать, ребят. Ты лучше не брустанешь в рейсе, а да используешь. Что такое да? Свит, здравствуй. За ГГ плюс, а остальные раз... остальной раз ты мне плюсы не ставил? Что за... Ну, фу такими быть. Я тут, понимаешь, стримлю. Ну, инжа, ну... Инжастис тоже нужно стримить, понимаешь? Надо искоренять уже эту ненависть. Дота, лол. И внезапно. Сработало. Ой, хорошо. Ой, я его на берст поймал. Ай, вот это вот. Секс. Вот это секс. Вот это я понимаю. Красота. Ну ладно, ладно. Нет, слушай, погоди, друг. Погоди, ты чё какой дерзкий? Достал. Ставил кроме джин, ну ладно. Джейзер, привет. Дедэнгл. Ну, понимаешь, Дедэнгл реализовывать тяжело. Ой. Хорош, ну, все-таки замиксил. Ну знаешь, насчет ущербов, я вообще не понимаю, какого хрена они получили. Вот, ну, с каких таких пирогов? Ну, что там, проплатили, может быть, мы заплатим больше? Боится. Молодец. Так, у нас есть. У нас все есть, мы победили. Почти победили. Я не знаю, зачем я это сделал. Я вообще глупо сделал, я потратил берст. Но, ну ладно, скажем так. Попытка не пытка. Подошел. Так, нормально, вышли. Сильно все-таки неплохой урон, очень неплохой. Вот это вот очень плохо. Вдвойне плохо, я задропал комбу, я рано... Но тут я проиграл. Проиграл из-за того, что... Да, ладно. Из-за того, что второго хита не сделал. Так глупо было проиграно. Мы-то заплатим больше, но я пошутил. Снова этот парень пришел, снова... И снова самое интересное, первый раз я победил. Пришел вот это называется одуванчику везет. Мне просто удача повернулась ко мне жопой и нагнулась.
Вот, вот это вот про сегодняшний день, потому что я не знаю, что происходит вообще. Почему премьеры фильмов, не знаю, пираты хорошо работают. Кстати, это может многое объяснять, потому что... Хотя, на самом деле, в России пираты достаточно нормально работают. Ты куда? Эй, бро. Там еще и плюс. Ну, я проиграл. Он ударил. Он смог ударить слышом быстрее, чем у меня, чем я. То есть это какой-то ДЦП просто. Вот где мой антиэйр, а? Вот тут вот вопрос. Сейчас будет прыжок. Я совершенно не умею блочить. Ну, полез. Он и так, он ничего не может, он может только делать реверсалы. С моей удачей становится понятно, почему я ненавижу Хердстоун. Вот спорим, если эта сволочь уйдет куда-нибудь или ливнет, я снова начну выигрывать. Вот я прямо вот готов поспорить на... Ай, пошло оно все. Кто самый фудзи раз в чате Адуан? Не знаю, кстати. Ты, наверное, Пернфитхер, потому что выше 15 ранга пока вроде никто, никого не видел. Нет, вроде были 14 ранги. Револьвер у тебя бомбанул, я смотрю, тоже от ХС. Но у меня так бомбит перманентно, потому что это ХС. О, новая механика Dead Angle. Да, вот, кстати. То есть, если я буду сейчас рассказывать о механиках, там целый пласт такой огромный. Вот то, что, о, перфект. Ну, он сейчас снова ливнет. У меня в чате уже 13-й есть. Я пока не помню, кто мне больше фудил, так что... Да, на Guilty Gear прям вообще ребята не с энтузиазмом не идут. Без энтузиазма. Просто не хотят смотреть. Никому не нравится этот файтинг. До пятого квартала. Я, скажем так, у меня есть деньги на квартал, но они не открыты. То есть в этом-то вся проблема. Херстон норм. Нет, не Херстон не норм. Я специально выбираю, то есть мне не нравится Херстон, потому что в Херстоне все заточено на удачу. На удачу, деку, на... Там вот, ну, 50-70% игры это удача. То есть это рандом. Вот, и все. То есть я почему играю в файтинге? Потому что тут нету рандома. Ну, то есть, ну, скажем так, где тут... Назовите мне то, что в файтинге зависит от рандома. Ничего. Скажем так, ну, учитесь играть и побеждать, все.
Молодец какой. Скажем так, я не буду кричать о том, что сраный Локи Рок, потому что это будет глупо выглядеть. Ну, тут я нужно балансерить. Супер Фауста? Нет, Супер Фауста его там меньше. Ну, скажем так, там больше минусов Фаусту, чем противнику. Да, конечно, там бывает такое-то, что Фауст вообще заедет. И тогда там Фауст какой-то будет чрезмерно крут. Чрезмерно. Да ладно, я не попадаю. Да что ты будешь делать? Но Фауст не строится на базе своего рандома, скажем так. У Фауста есть и другие очень неприятные вещи. Просто сижу на 20-м ранге и фармлю делики, но я прям тем же самым занимаюсь. Так говорят все, кто не умеет играть в карточные игры. Я беру спокойно 12-й ранг, не любой рандомной декой. Вообще не напрягаясь, 12-й ранг. Если я захочу, я просто упарюсь и возьму легенду. Я не умею играть. Ну, скажем так, даже Санчес брал легенду. Но Санчес это другой случай, но, скажем так, не умеет играть, это как-то глупо. Просто, понимаешь, ну, мне не нравится рандом, мне не везет, мне придется больше времени потратить на карточную игру, чем там другим более успешным везучим людям. Потому что им выпадает чаще короче, либо тратишь деньги, либо тратишь кучу времени. Я на эту игру тратить кучу времени не хочу, поэтому. А денег у меня нет, поэтому карточная игра не для меня, вот и все. Ты все равно жалуешься на рандом, ну да, потому что, скажем так, 70% успеха. Да спроси того же. Можешь спросить Адвера, можешь спросить Хапу, они тебе то же самое скажут, что типа, ну. Да, эта игра про рандом зашло, не зашло. Иногда выигрывают ребята просто на абсурде, просто зашла карта. Там, не знаю, вылетел Рагнарос, так же забей это. Понимаешь? Но ты, это карточная игра, ты от рандома никуда не денешься. Это 50-70% игры. Привет, Дискорд. Санчес таки взял легенду. Я помню, он вроде брал легенду. А может и не брал, я не знаю. Я просто не слежу за его. Я знаю то, что Тварина взял быстрее, чем Санчес. Вот, и все. Единственное, что. Спроси, я просто спрашивал то же самое. Я вот очень любил Miracle Rock, потому что там, скажем так, если тебе чаще всего складывается удача, тебе везет, все карты приходят, которые тебе нужны, то вот эта вот ахиллесова пята Хирстоуна, она уходит на второй план, потому что ты просто все карты дровываешь сам. То есть, ну, ты те, которые карты тебе нужны, ты их выбиваешь и дровываешь и разбиваешь лицом противнику. Вся вот Miracle Rogue была хороша. А сейчас Miracle Rogue не поиграть, потому что, ну, там полный ладдер фейс-хантов и короче, ну, забей. Я вот сегодня буквально играл, это вообще страхи. Ладдер ужасен. Так, надо бы поесть. Не вышел из D.
Да ладно тебе. Ты, может, ресеты будешь делать? Слушай, пошел ты, а. Пошел ты. Здравствуй, любознательный. Цена. Просто человек такой, ну там, катается по клаве, у него что-то получается иногда. И вот это получается, и на этом он выигрывает. Да ладно! Да типа, мама, я читаю. Ну ладно, хорошо, сыграл. Fuck you. Люди странные. Вот снова он подсел ко мне. Вот этот человек, он прекрасен. Я надеюсь, вот тут эта Милька, она... Ладно. Какая просто везет? Нет. Сегодня стрим по МК будет? Да, Парацетамол, здравствуй. Там люди просто странные. На Твиче не нравится? Да, там на Твиче людям не нравится просто, они меня шлют. Хотя, на самом деле, Mortal Kombat X, по-моему, там стримит 10 стримеров, которые должны быть забанены. А, понятно, там Mortal Kombat X, всех стримеров Mortal Kombat X перебанили к чертям, и люди приходят на... Twitch в надежде, что у меня Mortal Kombat X, а у меня тут мультики. Ну Кай неплохо играет, надо ему, надо подстроиться под него, надо в первую очередь, когда прыгаешь, блочить. То есть это моя очень большая ошибка. То есть он большинство урона вносит, когда делает прожектайл, РЦ и прыгает с ногой. Он сразу прыгает с ногой, мне нужно блочиться, а я пытаюсь с ним размениваться. То есть в это ставлю себя в невыгодное положение, то есть в заведомо невыгодные рамки, где проигрываю, потому что у него явно нога быстрее и лучше, и из-за этого жру комбом. Смысл перебани. Ну, нельзя сейчас стримить Mortal Kombat X. Все, кто стримит Mortal Kombat X на Твиче, получают бан. Потому что мировая премьера Mortal Kombat X состоится 14 апреля. Все. До этого времени, пожалуйста, подождите, охладите ваше. Не знаю, что можно охлаждать. Вы сами прекрасно знаете, наверное. У нас снова это РЦ. Так, он тут будет прессить. Курим. Вот он пытается. Тут нужно блочиться. Ждем, он сейчас прыгнет. Знал! Вот я знаю, что он сейчас прыгнет. Атуан, ты болен. Ты болен кретинизмом. Сейчас прыгнет? Нет. Этот человек обладает... Молодец. Свит справила.
Мировая премьера состоится. Мировая премьера состоится 14 апреля. До этого момента все стримеры, которые, они просто не имеют права. Они ничего не боятся, это просто у них прописано в регламенте. Мировая премьера состоится, ну, скажем так, это логично. То есть, вот мне, например, неприятно. То есть, я возьму, скажу, кого, там, типа... Я не буду играть в вашу игру, потому что кто-то получил эту игру впервые, а мне не нравится это. Понимаешь, ну, просто лишний раз игре... Вот, наконец-то. Больше блочились. Больше перешли в оборону, и парень, ну, не пошел у парня. Это не странная политика, это нормальная политика. То есть, грубо говоря, ну... Мировая премьера, сказано. То есть это то же самое, что показывать игру. То есть многие просто возьмут, посмотрят на Твиче. Там скажут, я не буду ее покупать, мне она неинтересна, а разработчику это невыгодно. То есть, ну, если разработчик... О! Парень слабый. Если разработчик не из-за того, что половину посмотрит просто на Твиче компанию, потеряет деньги, то зачем это нужно? То есть, ну, это, я думаю, это нормально. Ну ж, как понять, фиг знает, ну, это политика. Там, понимаешь, ну, 50 человек купит эту игру только из-за того, чтобы посмотреть кинцо. 50% человек. Ну, конечно, это не большинство. Я утрирую насчет 50% человек. Конечно же, кто-то купит из-за кинца, из-за онлайн. Кто-то купит, ну, понимаешь, 30 там процентов. Просто хотят... А, вовремя подпрыгнул. Тридцать процентов хотят покупать игру из-за кинца, но это кинцо им покажут на Твиче, и из-за этого Твич, например, специально Твич специально блокирует и в игре контент. Компании будет заблокирован, то есть тебе нельзя будет его пройти. Например, в Guilty Gear есть целое кинцо, то есть прям вот огромная такая ну, даже не навал, а можно это назвать такой полунавелла, полуинтерактивный фильм. Да, что ты несешь? Ну, просто аниме, короче, вот. И этот контент заблочен для просмотра, для стрима, вот. То есть на Твиче его стримить нельзя, за это банят. Стримить его, в принципе, нельзя, за это банят на Ютубе. Ну, то есть выкладывать. Потому что это контент для любителей посмотреть кинцо. Вот и все. Go в Skype? В смысле, зачем? Какой-то абсурд. Стримеру предлагать идти в Skype, когда, ну, когда человек, там, не знаю, стримит. Вот это было грустно на самом деле. Там такой выход запорот был. Он наконец-то... Он, наверное, сейчас очень был удивлен, прост. Ну, понимаешь, ну, когда говорят прост, жди такой же.
Нет. Жди такой же ответ, скажем так. Но не получилось у парня. Но мало тебе стримеров, мало стримеров захотят с тобой пойти в скайп, потому что стрим все-таки это стрим. Ну, лично я очень не люблю вот эти вот сборки, я раньше тоже часто стримили, собирались там огромными компашками, стримили контент, я потом смотрел, как это все выглядит, это выглядит один, ну, то есть это просто не... Почему я не люблю... Когда на стримах огромное количество людей, то есть в скайпах там торчат какие-то люди, кто-то что-то говорит, над чем-то смеются, вообще какие-то мутные темы ни о чем обсуждают. И я просто понял, что ну, как бы есть стрим, ты стример, ты... и это как бы твое. Все остальное, то есть там, может быть, на... два человека на стриме, и все, остальное все это лишнее. Потому что и не нужно. Вот сейчас он прыгнет. Блин, какой же у него меч-то. Фуф, повезло. Ладно, меня уехал. Я уехал в какую-то демагогию. Надо из нее выбираться. Ну, короче, ну, я не приветствую лишних людей. Лишних людей на стримах, потому что это не надо. Там два человека с собой говорят. Окей, все. Ну, три что-то обсуждают. Но там, когда пять человек, просто такой хор стоит, и там гул-гам, у кого-то микрофон там работает, не работает, у кого-то там дети плачут, у кого-то там мама приходит и говорит: «Сын, а ты когда закончишь? Я тебе кушать приготовила». О, боже мой. Хочется просто вот сказать: «Человек, ты сходи вот сначала, там, не знаю». Так у дотеров часто бывает. Сходи сначала, вот, все свои дела сделай, а потом начинай стримить. Не знаю, но вот... Ну, тут не получилось, я его добивал, но... Да я тебя брошу уже! Самые клевые стримы на СК2 ТВ? Ты до сих пор считаешь СК2 ТВ показательным стримом? Ну, тогда вообще самые клевые стримы, это в данный момент в топах держатся только два человека. Вот, это... Все, они все соло-стримеры, нету никаких там толп левых чуваков. И опять же, ты не путай, есть... Вот о чем ты говоришь, это... Это Адольф. Они умеют вдвоем вести стрим. Адольф — это вообще все, что связано с Адольфом. Там люди, ну, не сказать, что профессионалы, но у них более или менее качественный контент. Ну, он веселый, он для потребителя, у них все хорошо с этим. Вот. Ну, я глупо поступил, не закомбил. Опять Фейнон, здравствуй. Опять ГГ? Опять ГГ? Ты говоришь опять ГГ, когда у нас Гултигир, последний раз Гултигир был две недели назад? О чем ты? Странно. Такой у него фейсрол вообще просто сейчас лютый, просто человек не понимает, что делает, куда и что делать, он просто прыгает как идиот и все, и на этом в принципе его майнгейм заканчивается. То есть
Я бы ему посоветовал научиться наконец-то играть. Вот. Но я боюсь, что тут, тут только поможет Дота. Уход в Доту. Вот. Сейчас СК2 ТВ не тот, точнее СК2. Понимаешь, СК2 ТВ, СК2 такой же StarCraft, такой же... Sorry, busy, I'm so very bad speak English. Twitch International. Ну, как интернациональный сказать? Чтобы человек понимал то, что в мире существует не только английский язык. Что меня поражает. Тоже смешно вот так вот. Ребята сидят такие, типа, чувак, ты не говоришь по-английски, а должен? На Твиче где-то сказано, что я должен говорить по-английски? Смешные люди. Нет. Молодцы. Ой, пошел ты вот. СК2 ТВ имеешь в виду? Все меняется, ну. Не нравится, какой СК2 ТВ. Смотри, Good Game. Так в чем проблема-то? Вообще не вижу проблем с этим проблем. Я тут трачу. Просто трачу. Все. Да. Hadron Wave? Ну да, кстати, Hadron Wave он... 14 ранг. Так, ну теперь можно хоть чат почитать. Говори, sorry, my English is bad. Ну, можно и так. I'm Russian. На Твиче ты из экстримов настройка выбираешь? Ну да. Знаю об этом. Я не знаю, почему люди приходят и удивляются. Так, на что я там не ответил? Это я готов смотреть, а Hadron Wave пришел на ГГ. Самые мои старые зрители, они фудераста, они приходят на ГГ и на Street Fighter. Сержант, здравствуй. Скоро на СК2 ТВ? Нет, планар, такого не будет. Пока Адольф мне не говорит по-английски, никто не будет говорить на этом портале только на английском. Пока Торнис держит такую прохладную планку, поэтому... Сержант, потому что, ну, во-первых, я уже купил, мне спасибо Кару, мне предоставил версию, вчера буквально подарил версию на PC. Большое спасибо, я добавлю его, скажем так, в поддержку моего канала, поддержавших, вот. Так что Mortal Kombat у меня есть, но по поводу того, почему я буду стримить на PS4, ну, потому что на PS4 выйдет, во-первых, раньше, во-вторых, на PS4 я могу выдать гораздо лучшее качество, на PS4 я могу... не париться с трансляцией, что будут лагать. Поэтому я выбираю именно вот эту версию. То есть именно из-за этих причин
я буду стримить на PS4. Был скайп, да засал я, что-то... Дождь превратил портал, она сама превратилась, понимаете? Ну, СК2 ТВ давно уже не СК2, ну, давно уже не портал про... Не портал про... StarCraft. Можно уже заметить то, что на СК2 ТВ уже давно есть Dota. Есть, была Dota, в первое время очень много было Dota, кто помнит. А, было в свое время LoL, потом пришел там Дэн Рус, потом Санчес заобузил себе рейтинг и стал популярным стримером, кто помнит, как это начиналось там. Еще Санчеса не было, Санчес очень много с первым, по-моему, кто начал обузить рейтинг на новом СК2 ТВ, который они сделали с рестримами, вот. И как только начали стримить фильмы, вот там вот поперло все. Ну, антиэйр, я прыгаю из-за этого. Четырнадцатого числа МК выходит на PC, на консоли. Только на PC МК выходит в 8 часов, а на консоли МК выходит в 0 часов. Это все? Не получилось. Как не зайду, Казама Кенджи, здравствуй. Я только что обсуждал файтинги. А что мне обсуждать? Ну, я могу обсудить файтинги. Что тебя интересует? Конкретно. СФ когда будет? СФ будет завтра. Дольф пытается превратить портал в денежно-приносящий денежные мешки проект. Вот. И для того, чтобы этот... поскольку игровая аудитория не имеет возможности приносить прибыль, потому что прибыли на рекламе почти нету, вот, а игровая аудитория не приносит прибыли, Адольф пытается всеми силами перевести в реал лайф, то есть он всячески пытается продвигать реал стримы, то есть которые, как говорится, что за ними будущее, конечно, да, за ними в принципе относительно есть доля правды, но делает он это все-таки из-за того, что Нужно шоу, чтобы человек пришел и видел Дом 2 у себя на портале СК2 ТВ, а не по телевизору. И приносил туда деньги, потому что, ну, скажем так, для этого все делается. Как он забузил, Санчес половину своей аудитории получил, огромное количество аудитории получил на фильмах. То есть... Он очень много первое время он стримил только фильмы. То есть там был кинозал, который первым начал стримить, по-моему, Санчес. И там буквально каждый день крутилось огромное количество фильмов, аниме, там мультиков. Короче, там было огромное количество всякого разнообразного контента. И не было на рейтинге
рейтинг не был, давался полностью. То есть это был хороший абуз. То есть ты мог быть высоко на СК2 ТВ за счет не своего контента. То есть и таким образом Санчес быстро получил огромное количество аудитории. Ну, на PS4 игра выходит, Mortal Kombat X выходит на 20 часов раньше. В 8 вечера. Что за полоска мяса? Полоска мяса — это механика игры за этого персонажа. То есть я могу делать спешл пока что, только пока я сыт. Если я буду голодным, то я не смогу делать спешл, вот и все. Ну, скажем так, я помню историю, я не буду говорить точно, что вот Санчес именно так все было. То есть я помню только то, что Санчес очень долго стримил в кинозале. Надо прекратить, пока у него метр, надо прекратить делать ансейвы мувы. Я на них очень сливаюсь. Ехал просто. Ехал, сейчас просто парю. Делаю чушь. Ну и это unsafe. Попробуем сейчас, конечно, но вряд ли что-то получится. О! Отлично! Вот это камбэчище! Real Life Porn, кстати, да, а что вы думаете, если это будет приносить деньги, Real Life Porn, никто не посмотрит на правила, никто не скажет, что это стримить нельзя, это... Если это будет приносить деньги, даже порталы будут сами закроют глаза. Так что вы... Все зависит от денег. Даже парень не стесняется. Хорош. Ну, в принципе, сами должны понимать то, что в каком мире мы живем. Все-таки деньги правят миром. То есть это... Вот так вот. Лишний раз прыгнешь не туда и... Так, на полоску с мясом я ответил. Дом 2. Ты прям... Адольфа написал... Я не описал Адольфа злодеем. Я считаю, что это адекватно. То есть, если человек хочет заработать на том, что он делает качественно, то у него есть для этого, на это все права. То есть, ну, и хочет Адольф
превратить из портала, из игрового портала Real Life портал, ну, вперед, если у него это получится, ну, я не буду против, я просто, скажем так, если на этом портале мне не будет места, я уйду. Вот и все. Ой, отлично, как отлично, метр даже не потрачу и вот, вот. Парень молодец. Все бы так делали. Как тебе падение доллара? Очевидно, а что? Ну, там все там как один говорили, что рано или поздно доллар упадет. То есть это был вопрос только во времени, наверное. Вот, так что... Ну, упал, упал, хорошо. Ну, как он упал? Ну, это не падение, скажем так. Это пока до стабильности еще далеко, поэтому, ну, это пока хороший знак. Вот это да. Костяныч, здравствуй. Надеемся на фиксацию в 45-50 рублей. Ну... Это будет как минимум хорошо, конечно, хотелось бы вернуть и чтобы он упал ниже, и тогда можно будет вообще дешево заказывать у нас. Во время денжи нельзя умереть? Можно умереть в денжер тайме. Какой-нибудь информации? Я читаю все в... Извиняюсь, я очень читаю все... В задержке, скажем так, есть у меня проблема с этим, потому что... Так, он сейчас метр получил, и сейчас будет зонить, да? Сейчас будет РЦ. Сейчас будет РЦ. Все, он РЦ потратил, можем спокойно... Не достал. Сейчас у него снова метр будет, да. Ну, зря Дэдэнгл потратил, конечно. Ну, нормально, сойдет. Все. Отлично. Аблсид, здравствуй. Канал экстрасенсов? Ну да, мы умеем читать по импуту. Как я часто любил шутить. Сейчас был абсурдный, очень абсурдный. Сейчас прыжочек, ай, ну чувак, ну что ты делаешь? Вот это было неплохо. Так, покушаем. И вот тут бы РЦ пригодилось, ну какой-нибудь брейкер. Конечно, чувак, в 150-й раз подряд меня антиэрить, я не буду реагировать на это. Вообще, нет, нет, друг. О чем ты? Я же мальчик с ДЦП. Ну вот тут беда. Так, пока что живем. Он сейчас будет, да, дешево прокатываться. Пытаться меня сейчас бросить. Ну и тут я промахнулся. Бывает. Вот полоску слишком силен без нее. Если я не буду кушать, то я перестану расти. Вот. А как вы знаете, дети должны расти. Вот. Вот для чего полоска голода. Это Sims. Просто персонажи, разработчики очень нравился разработчикам Sims. И для этого полоску прибавили.
ну, дали больше реалистичности в файтинг. Ну тут я проиграл, да, он уже такой пытается меня подтроллить. Только он пока что не знает то, что если я сейчас засетаплю. Почти, почти. Грустно, грустно. На новом портале, новый портал, еще рано что-то говорить о новом портале, новый портал будет, но не скоро. Там они его перерисовывают, так что СК2 ТВ еще, ребята, до осени, ждите до осени, там еще несколько раз ее перенесут. Потому что там Адольф сейчас говорит, у нас будет осенью релиз, ни хрена, релиз осенью не будет. По Street Fighter 5 информации нету, потому что разработчики пока что, ну, приостановили, сейчас никаких выставок нету, так что ждем, смотрим. Ну, да, туалет, кровать очень нужны, потому что есть, а спать и гадить негде. Да, персонаж будет имбой, это Infinite Pressing. То есть, если убрать эту полоску, это Infinite Pressing, потому что все Special Сина имеют огромный плюс на хите. Так что я ей сказал то, что он не... Ну, во-первых, он не может делать Special. Вот, это единственная проблема, почему... зачем она нужна? То есть, зачем вообще эта полоска? То есть без с этой полоской, если эту полоску убрать, то, скажем так, син будет чрезмерный баланс. Многим в Mortal Kombat надо вот такую полоску сделать, там, например, Страйкеру или Кабалу, например, с его прожектайлами, там, дать один раз, можно 10 раз выпустить прожектайл или же или там заряжать как-нибудь эти прожектайлы. То есть, и тогда Кабал все, ну, закончится. Потому что большинство, огромная проблема у Кабала это прожектайлы. Вот и все. То же самое. Это легко сбалансировать, просто разработчики этим не занимаются. Если как только они начнут это делать, на самом деле, заниматься балансом. То есть, это очень легко ломать баланс игры. Там маленькие циферки, то есть которые вы не видите, они могут изменить огромное, вот просто вот сделать из персонажа. В Street Fighter есть персонаж, у которого, изменив одну цифру в ударах, дав один фрейм на ударе, сделает его топ-тиром. Вот. Это на самом деле троллинг разработчиков, то есть Дэн самый, ну, скажем так, персонаж комичный в серии Street Fighter, но вот такая вот тема есть. То, что если этому персонажу дать один фрейм в комбе, то прибавить преимущество, то этот персонаж начнет тащить. Вот и все, это легко поломать баланс игры. Так что почему, у меня вопрос в очередной раз, почему Кабал до сих пор топ-тир и им никто не занимался, это, по крайней мере, у меня остается по-прежнему вопросом. Без ответа, таким риторическим. Ты играл в Skullgirls? Сидж, здравствуй. Я играл, но я не знаю, там просто терпи, блочь, комби, все. Это именно так я вижу этого босса. Я отвечаю с дикой задержкой, потому что я еще должен прочитать сначала, то есть я должен поиграть, а потом прочитать. Агон, привет. Для всех зонеров такая полоска нужна. Вот для всех зонеров не такая полоска нужна, потому что многие персонажи основываются на зонинге, и если им эту полоску дать, то просто поломает персонажа, и персонаж будет бесполезным. То есть он, некоторые персонажи реально основываются на зонинге и все. На самом деле, если вы думаете, что если убрать прожектайл из игры, то игра станет интересной, нет. Игра не станет интересной. Ну тут пошел трэш, все, тут вообще тут просто.
Хорош. Ну, сейчас меня просто будут катать на... Катать этим персонажем, потому что парень играет очень круто. Когда Injustice? Ты мне сюрприз готовишь? Ты играть научился, что ли? Нет, ну Injustice вообще, ребята, все, ну... Скоро заканчивается... Скоро на этом канале будут... Не будет вообще никаких файтингов, кроме Mortal Kombat. То есть... Сейчас, 10-го, у нас заканчивается... Сработало. Вроде взрослый большой мальчик, а ловится на такую чушь. Ну ладно, ладно, тут все. Молодец, молодец, справился. Там какие-то пошли вбросы по Street Fighter 3. Да, вот если Свитс, они, кстати, делают такое, то есть они... Да, Фаркин, я видел этот косплей. Они делают такую тему, то есть вот в This Game Any Good, в This Game Too Hard, Too Very Hard. And good. Но согласен, то что если там уже ввели такое, то что у Саб-Зира прожектайл разбивается. То есть у Саб-Зира такую тему ввели. Назря он фиксит баланс следующими играми. Да, кстати, вот ты, все-таки ты прав, потому что в Injustice баланс очень хороший. Very hard, very hard. Да. Готов. Я. У меня будет этот. У меня прайс там. Сыграть за персонажа там, ну. 50 рублей. Покажи фаталку там. Ну. Давайте. Полтинник тоже. Что еще можно там, не знаю. Кому-то нравится. Там тренинг персонажей за 100 рублей на день. Вот. Нет, на день за 500 рублей, на час. Вот. Играю час персонажем. 100 рублей. Все. Просто такие типа. Прайс. Пой, Дрангоса. Нет, я не буду петь. Россия, священная наша держава. Скажи это тому, кто играл Джокером. Я лучше без графония поиграть, чем 4К за графония отдавать. Ну, понимаешь, мне удобство просто. Мне удобно как стример, и я могу себе это позволить. Я, скажем так, у меня есть деньги для этого. Поэтому я не пой. Но я, да, я не люблю петь на стримах. Я сам это очень не люблю. И не люблю, когда поют. Не люблю, когда я пою. Вот и все. Да-да-да, я вчера слышал такую тему, то что Warner Brothers объявил Mortal Kombat самой лучшей файтинг-игрой жанра. Вот, хотя на самом деле это не так. То есть они немножко слились, но это на самом деле пиар, он черный и как бы, ну, надо. То есть я сам понимаю, то есть много можно кричать, ребята, я просто нужно быть умными взрослыми людьми. Вот, чтобы не вестись на такую чушь. Вот. У меня, конечно, сегодня знатно подорвало от этого заявления, то, что там Mortal Kombat самая лучшая игра файтинг жанра. Но на самом деле суть в том, что есть несколько столпов жанра. То есть, и для каждого из столпа
есть своя аудитория. Вот. Если, например, Mortal Kombat любят за кинцо, вот, то, например, Guilty Gear, или там, не знаю, тот же самый Street Fighter, любит за турниры. И там огромная аудитория японцев, например. Например, Tekken любят в Корее, там, в других странах, в России тоже любят. Но говорить то, что там, да, кстати, там, там сразу вопрос два, две студии задали, типа, ну, там, показали рекорды свои продаж, это Capcom и Namco. Ну, просто это абсурд, ну, просто не нужно... Куда я влетел. Не нужно на это вестись, и все. Причем тут МК и кинцо? Ну, скажем так, в первую очередь большинство продаж будет из-за кинца. То есть люди в МК, люди вообще не будут играть. Там многие просто хотят посмотреть на фаталити. Вот, поверят, это на самом деле так. Да ладно тебе, бро. То есть, и это не хорошо, это нормально. То есть, и когда ты продаешь игру, и там часть аудитории купит эту игру только и ради того, чтобы поиграть в кинца. Так, тихо. Тебе на этих людей даже работать не надо. То есть, нет там вот какие-то задроты. Да ладно! Я его даже не наказал, а. Есть какие-то задроты, которые будут целыми днями сидеть, играть в игру и требовать от нас баланса и чтобы мы фиксили там откровенную имбу. Это будет... их будет гораздо меньше, чем людей, которые на самом деле будут играть в игру. А те, кто играют, это люди, которые на турнирах, которые тренируют эту игру, которые сидят в ней целыми днями. Вот. То есть, скажем так, первый Mortal Kombat, он не был направлен на этих людей. Потому что первый Mortal Kombat был первым Mortal Kombat, первой игрой студии. У них не было возможности. Как-то соло не законтрил, я не сориентировался, и все. Ну, понятное дело. Соло хорош, кстати, не надо на него гнать. Фенли, тебе привести пример, то что на самом крупном соревновании по файтингам Mortal Kombat за сколько он собрал? 300 регистраций. То есть 300 регистраций на самом крупном турнире. Все остальные файтинги занимали 500, 1000, 2000 регистраций. Понимаешь? Суть в том, что турниры можно в дворе собирать. И да, там будут у нас в России очень много дворовых крупных турниров. Вот. Дворовых, уточню. На котором может быть 100 людей там. Кстати, самая максимальная регистрация в России на турнир 83 человека. Это даже Street Fighter смеется в сторонке, потому что это минимальная регистрация на самом бомжовском турнире по файтингу. Так что, ну, ребята, давайте не будем говорить о том, о чем мы не знаем, не разбираемся. Вот. И просто, ну, сейчас Mortal Kombat идет в направлении, в котором нужно было идти раньше. Вот. Сейчас все хорошо в Mortal Kombat X. Я не буду ничего говорить про Mortal Kombat 9, потому что Mortal Kombat 9 была, я напомню, первой игрой студии, и им не было никаких дел до баланса. Им нужно было просто оптимизировать как бы игру и продать ее. Так что, чтобы было понятно, о чем я говорю. А говорить о
турнирах, которые проходят по Mortal Kombat, Street Fighter каждый день проходит турнир. Я же об этом не буду кричать. Все равно мне в группе там, например, какой-нибудь скажет, Street Fighter все равно говно. Вот. Потому что это турниры, это ничего не значит, это задроты какие-то. Так, ладно, чатик почитать. Давайте пропустим одну очередь. Вот как-нибудь так. Алекс В, здравствуй, у нас тут холивар, как всегда. Скажи это тому, кто играл... Да, это я читал. Написать коммент 50 рублей. Нет, написать коммент 50 рублей, это дороговато. Ты же любишь фаталити? Да, я люблю фаталити настолько, что больше не хочу на них смотреть. Сколько раз стоит показать 100 фаталити от Ермака от меня? Это очень дорогое удовольствие, друг. Тебе просто придется добавить издержки, на которые я потрачу там на поход к врачу, потому что только тошнить человека, наверное, не должно. Это неправильно по природе. Ты знаешь, что надо петь? Нет, я не буду петь. Если хорошо по этой теме стрима петь, это норм? Ну, нет, я не говорю то, что есть... Понимаете, есть моменты, когда поют, стараются петь. То есть, а есть темы, когда там под нос себе бубнят что-то. Вот. И тогда это не стоит. Это вот, ну... Или когда нету голоса и слуха. Вот я знаю то, что у меня нету голоса и слуха, поэтому я не пойду. Ну или за очень большие деньги. Лампочку в комнату так и не вкрутил. Причем тут МК и кинцо. Потому что Mortal Kombat в основном любят за фан-сервис. Вот, а не за турниры. Вот и все. На самом деле это не так. В России любят, ну да, видел, ты прав о том, что в России любят Mortal Kombat очень сильно, потому что это основной автоматы, даже во всем мире автоматов нету почти, потому что это исключительно японская традиция, японцы, азиатская традиция автоматов, потому что это у них развивалось, и у них это, скажем так, ну, это как аниме, это нормально, то есть, ну, а в России это дорого, это не нужно, это забей просто. Просто не актуально. Посмотрел 3 недели фаталити, ну, скажем так, надо любить, ценить жанр. Я, скажем так, люблю Mortal Kombat не за фаталити и не за story мод. Я не люблю Mortal Kombat, я буду его любить за турниры, которые он мне даст. То есть я люблю просто играть в файтинги. Просто вот и все. Мне нравится сам жанр. Должен пиарить МК, я не буду. Ну почему я должен? Мне за это не платят. Как только мне будут платить за то, что я буду говорить о Mortal Kombat, это Warner Bros. Будет мне платить, ну. Скажем так, да, я буду это делать. Но сам понимаешь. Юберут расслабиться после работы. Нельзя расслабляться в файтингах после работы. Это ненормально. То есть, понимаешь, люди приходят там, не знаю, задротят, чтобы побеждать десятками часов, а ты говоришь, это так же, как в доте. Ну, в доте люди сидят и задротят, чтобы побеждать своих оппонентов. ПВП само по себе... подразумевая то, что ты будешь... противостояние не может быть веселым. Это противостояние людей. Там, не знаю, ну против ботов, да. Против ботов ты можешь делать, что хочешь. Ставь на легкий уровень сложности и мэш, и занимайся баттон-мэшингом. Да, это будет for fun. Вот. Вот это я одобряю, скажем так. Это на самом деле расслабление после работы. Я считаю огромной задержкой, простите, ребята.
МК-это бог, ну, скажем так, МК-это основная дисциплина в России, да. Хотя, на самом деле, вот честно вам скажу, в некоторых районах страны у нас играют не в Mortal Kombat. В некоторых районах у нас играют в Street Fighter только. И на Mortal Kombat там регистрации почти нет. То есть люди в него просто не играют, а играют в Street Fighter. Вон в Питере играют, ну, в Питере это не пример, а есть уголки, где играют в Guilty Gear, например. Где-то, где играют вообще только в этот, только в Injustice. Ну, понимаете, людей очень много, и где-то где-то бухают, а где-то работают. Вот и все. Забейте. За главное Шаун Кинга от меня. Задуматься. За сколько я готов унижаться? Не, ну слушай, такие суммы обговариваются только в ПМ, наверное. Нужно прекратить, наверное, возможность кредита. Потому что я не думаю, что ты можешь покрыть эту сумму сразу в срок. Так что, ну это... Тет-а-тет разговор, скажем так. В Америке тоже аркадная культура развита, да, там достаточно близко она пришла. Вот, и там все нормально, но даже там аркады завозить им тоже не очень актуально, они... Большинство игр там на консолях. Аркад там не так много. Но они, скажем так, есть. Скажем так, если брать Россию и Америку, то в Америке аркады процветают, и на них можно зарабатывать, а в России это убыточный этот бизнес. То есть ты просто привезешь аркаду, поставишь, и она у тебя будет пылиться. Все. Ну, дорого обслуживание, аркады, в принципе, они... В каких таких районах, ну, как понять, в каких таких районах? Есть по городу, есть куча, огромное количество всяких отборов на МФА тоже. По разным городам там. Так что посмотри, почитай на ФРУ, есть тема. Там в таких районах страны, о которых я даже не слышал. Так что... В России еще не... Ой-ой-ой, хорошо попал в Danger Time, но не за хит конферно, бывает. Да, я, кстати, совершенно не читаю чат Good Game, а надо бы. Хотел спросить, почему для проигров USF... Ну... Потому что проигроки в Ultra Street Fighter не жрут в прыжки и полностью заряженный фокус. Это такое есть понятие гиммиков. Это опции, которые работают один раз. И, скажем так, если это жрется постоянно, то значит это не проигрок. Потому что проигрок не... Эти опции наказывают всегда. То есть там недавно у нас наши русские ребята ездили в... Ну, не недавно, в позапрошлом году, в 2013, по-моему, 2014 ездили во Францию, играя по Street Fighter, участвовать в отборе на Evolution. И там ребята просто комментировали, говорили то, что они панишат даже фокус-атака бэкдэш. То есть ты делаешь фокус-атаку, ну, скажем так, ансейвую опцию, делаешь сразу же бэкдэш, тебя сразу за это панишат. То есть ты просто ничего не успеваешь сделать, ты делаешь ансейв, тебе дэшатся и наказывают броском. Ты просто, ну, реакция. Это настолько реакция у людей, что...
тебя будут на... Там другой уровень игры. Там, ну, скажем так, и ребята там играли. Там человек вышел против топового Infiltration. Это топовый игрок. Он входит в топ-10 игроков мира по Street Fighter. Вот, и он рассказывал, что там просто ты делаешь фокус-атаку бэкдэш, ну, на расстоянии тебе дэшатся и наказывают броском. Это должна быть такая нехилая реакция, чтобы такое реализовывать. У нас такого пока нет у игроков такого уровня. У нас спокойно относятся к фокус-атакам. Вот. И я считаю, что стоит задуматься, это кто там про игрок такой, что жрут в прыжку. Вообще все в прыжке должны быть антиэйрины. С антиэйрины. Можно так говорить, с антиэйрины? Наверное, можно. Можно бухать и играть. Да, можно так делать. У меня есть щирик на киви. 10 рублей? Нет, 10 рублей это... Это даже я на телефон 10 рублей кидаю, когда маме нужно позвонить. В Америке нельзя зарабатывать. Ну, понимаешь, выгоднее купить консоль, чем привезти из Японии аркаду. Это я считаю, нормально. То есть, ну... Консоль там стоит 400 баксов, а аркада стоит 1000. И еще обслуживание ее. Зачем? Вообще нелогично. Ну. Понятное дело, что аркады не актуальны. К тому же аркады не будут играть, потому что... Ну, разве что аркадные автоматы с, там, с плясками, танцами. Или же какой-нибудь шутан. Которые, скажем так, специфичные, заточенные под реализм, да, это логично. Потому что, скажем так, консоли есть везде, и файтинги, например, возить зачем? Зачем это надо вообще? То есть, если эти файтинги потом выйдут на консоли, ты сможешь их купить и затратить меньше денег. Это все. Так что это нормально. А Дубаха в топ? Зачем? Не надо. Чтобы люди приходили и говорили мне, где Mortal Kombat? Мне и так норм. Сейчас вот я немножко отдохну и попрям дальше играть. 13... Ну хорошо, хоть не 3.50 ностра, это радует. Вот я часто вижу Дэви Джонса донатит 3.50. С наилучшими пожеланиями. Вот. СФ под пивко, я под пивко играл в СФ. Вот там просто ты не попадаешь в 2-3 фрейма, а это вообще просто удалить. Сидишь там, дропаешь комбы, которые дропать просто нельзя. Я моторист аркаду сам могу обслужить. Ну, мне кажется, может быть, но... Понимаешь? Кто ж тебе даст? Они возьмут, запрут на ключ, скажут, ну, вы должны вызывать специалиста за много-много денег, чтобы настраивать эту аркаду. Ну, Свитс, да, согласен полностью, атмосфера другая, немножко другой, и скажу так, это выше уровень сразу же. Вы с человеком можете, когда вы с человеком играете вот вместе, вы можете с ним поговорить, ты можешь смотреть на реакцию человека, обсуждать что-то, или там, не знаю, банально говорить. Ну, если ты, конечно, не быдло, который там, не знаю, я тебе рожу набью, сделаешь этот прием еще один раз, вот, ну, тогда это норм будет. Но иногда заходят такие, с которыми не хочется иметь дело, не хочется даже играть. Вот. Ну а так, в принципе, да, это очень круто. И я не буду, конечно, говорить о том, что там в аркадных автоматах часто людей режут. Ну, не часто, на самом деле, бывают случаи, когда просто
из-за проигрыша люди, скажем так, не могут решить просто свои проблемы, а там, вот, по-моему, была поножовщина буквально недавно. Люди играли в КОФ 98 и одного порезали парня. Там, ну это японцы, у них это, по-моему, уже в норму вошло. Это у нас как было два там людей убивали за то, что они что-то там говорили в онлайне, их потом находили и... Ну ладно, не будем об этом, это какая-то уже чернуха пошла. И пил пивко, ну, было время, когда тоже, как и все. Эй! А, меня кикнуло из-за того, что я долго АФК стоял. Ну чё вы, мы так хорошо сидели. Слушай, Overkill — это человек, который играет в Guilty Gear, даже по пьяни будет играть так же, как он играет в обычное время. Так что это Overkill — это другой человек, не надо. Скажем так, всегда есть исключения. Там про игрок сейчас, ребята, я подлагивать будет, не переживайте, это из-за меня. Ой, слушай, блин, ну так понимаешь, там педопафа, вот то, что сейчас было на 9 секунде, это суть в том, что он пытался сантиерить, а ты Смуг специально заделаил, чуть попозже сделал оверхед, и поэтому получилось. То есть часто пытаются с... Порезали, подробности есть, ну там есть на японских ресурсах. Но там прямо фотки с этими... С аркадным залом, где там вообще все было залито кровью. Ну там парня просто, по-моему, щеку ему порезали. Вот, если я помню. Ты кого-то убивал? Нет, я одуванчик. Как может человек с ником одуванчик кого-то порезать? О чем вы, люди? Это корейцы друг друга режут. У японцев как раз такое почти невозможно. Ну да, кстати, ты прав. Прав, Киза. А по поводу, ну, педопафа, это, скажем так, ну, просто хороший став. Это не сожранное... Ну и, скажем так, онлайн-варьеры — это... Это не турнирные игроки. В онлайне можно все. Это как... Ну, это не серьезная игра. Сколько Overkill в ГГ играет? Достаточно долго для того, чтобы не дропать комбы после пивка. Чтобы быть таким же, как Overkill, нужно сидеть и играть. Всегда, постоянно, каждый день. Берешь вот и 2 часа потратил на игру. Ну там, в тренинге посидел какой-нибудь став. Если все получается, и учи что-нибудь новое. Там, не знаю, в этом, в как его называют, пошел, поиграл в онлайне пару часиков. И будешь таким, как Overkill. Ну, если можешь потратить больше времени, тратить больше времени, будешь лучше, чем Overkill. Это просто. В России никто не будет платить, чтобы только чтобы сыграть на аркаде. Да, тоже есть верно, то есть это просто невыгодно. В клубах до сих пор тусуются, в клубах странные ребята тусуются, на самом деле, зачастую. Вот, но... Видел МКХ для телефонов? Да, видел. Ход краб, я не буду открывать, я просто... Был в МК, Фаркин. Ты уверен, что ты хочешь? Я тебе могу Ностр прислать. Давайте Ностра пришлю. Ностра, Фаркин хочет боли в Mortal Kombat. Ты, у тебя есть немножко боли, Ностра?
фарке мне нужно немножко боли. Вы играете в файтинге? И любите боль? Приходите к нам. Они скидку сделали на МК 75%? Ну это нормально. При в этом перед игрой. А ты почем купил фарки? Так часто, кстати, бывает на самом деле. Вот, покупаешь игру, а потом они сволочи берут и делают скидку. Я не мальчик на пиглюшках, я просто тебе предложил. Вот. Вот и все. Ладно, давайте, надо немножко поиграть с Аним. То есть, это, мы чё, расслабились-то? За 270? А там сколько? Там соточка. Ну, блин, слушай, Фаркин, за старо... из-за 170 рублей убиваться, я думаю, это бессмысленно. Да, ребята, если вы еще до сих пор не купили Mortal Kombat 9 в Steam, и вы очень хотите этот файтинг купить, скидка 75%, 100 рублей, и Mortal Kombat ваш. Кстати, на выходные мы будем очень долго играть в него, так что можете приходить. Зачем для пекарни скидка, но в онлайне-то надо поиграть, Dart Lex. Я думаю, что в игры, вот в такого жанра игры, ну, скажем так, если вы не играете, вы не почувствовали файтинг, если вы не почувствовали файтинга в онлайне, то, скажем так, вы не почувствовали жанр. То есть файтинги это все-таки, ну, для меня будет, простите, адвана. То есть для меня, если в файтинге нет онлайна, это не файтинг. Это... Ну, или противостояние двух игроков, то это, скажем так, не файтинг вовсе, это не PvP. Нет, Dart Lex, на ПК играть можно, но, скажем так, очень осторожно. Если найдешь игрока, с которым не лагает, будет сервис, будет хорошо. Mortal Kombat X онлайн хороший. Ну, я, по крайней мере, смотрел, там будет, там все нормально. На PC должно быть. Уточним. Чтобы потом Адуан не сказал: Адуан, ты говорил, что онлайн будет хороший, ах ты черт. Вот, а я такой буду сидеть такой, типа, ну, ребят, ну чё вы, ну кто виноват? Ну не я же виноват, ну, это Незеры. И вот не запанишь их за сранку. Не очень длинные ноги, ребята. Гадром уроды всякие, которые спецом лагают, но я сомневаюсь, что все хотят играть лагать спецом. Вот, возможно, из-за... Да, правильно, я буду засирать всю карту дельфинами, о боже мой. Где вы увидите еще файтинг, в котором маленькая девочка призывает дельфинов? Ходят слухи о задротах, которые знают по именам дельфинов Мэй. Вот, есть такая шутка, то что истинные задроты за Guilty Gear за Мэй знают всех дельфинов по именам. Ой, беда. Да ладно, надо было берстить, а я что-то за... Ты типа Сина мейнишь? Ну да, типа мейни Сина. Ты обещал Т7 на пекарне? Да я много чего обещал, я еще то трепло. Не слушайте меня. Возможен, Dart Lex, возможен. Не, Dart Lex, на PC мы играем в Street Fighter. Никто не лагает, у всех все хорошо.
Вот, но в последнее время там прям вообще починили онлайн, и все, все неплохо, да, да, Ностров? Ну хоть ты меня поддержи, скажи, что мы играем и все хорошо. Я не помню, чтобы прям жутко лагал. Вот я на восьмерку пересел, но меня перестало лагать вообще. Вообще удивился, что столько народу пришло на фановый стрим ПНК, ну, потому что дисциплина популярная. Вот и все. Давно не видели синькиски. Да-да-да, Ирон Фитцер, я помню, как ты троллил Арсониста этими дельфинами. Довольно криповый дельфин, кстати. Что там Tekken 7 на сансолях-то выйдет? Выйдет. На сансолях PS4 и Xbox One. Там, ребята, по поводу Tekken, кому интересна информация, я могу скинуть кучу стримов. Потому что там уже во все играют, и довольно-таки прикольно просто посмотреть. Интересные, куча интересных видосов есть по Tekken 7. Там уже вовсю Дэвил Джина и Джина реализуют. Так что если есть... А когда Tekken 7... Tekken 7 выйдет, ну, скорее всего, объявят в конце, где-то в конце лета должны, потому что, ну, сейчас у них работа идет над аркадными версиями, а в скором времени должна начаться и уже над консольной. Так что ждем, чё? Игра-то уже давно вышла, так что... Tekken 7 2017? Нет, это чё? Ну, конец года должен выйти. Я думаю, в конце года. Потому что, ну чё, они тянуть будут игру, кота за хвост, когда в скором времени выйдет, в следующем году выйдет Street Fighter, и там никому до Tekken дела не будет. Или я не думаю, что Харада и... Йошинори, они будут с друг другом воевать. Они давние друзья, и я знаю то, что они любители соперничать, но я не думаю, что они будут соперничать в играх. Street Fighter завтра. Ребята, ну что за вопросы такие? Уже 10 раз объявил о том, что Street Fighter завтра будет. Откуда у моих дельфинов достают? Они этот. У него в кармане живут. Я не знал то, что она может дэшиться после. Да! Ну да, там верхняя. Там верхняя часть тела это имбул. Нормально, я ей так хп снес. Ох ты, это комба! И меня снесло все там просто. Гритас Коржик, здравствуй. Те. Я надеюсь на Байкина? Надейся. Многие надеются. Ой, хорошо засетапили комбу. Комбушечка, но антиер. Надо бы к этой дрянной девчонке как-то подойти, чтобы она не зонила меня. Господи, сколько, как я это все вообще заблочил. Я сам себя удивляюсь порой. Да ладно! Ой, ГГ. Надейся. Добровой. Мне надо СФ два дня подряд стримить. Ой, слушай,
я SF стримил несколько лет, я год стримил SF подряд, так что я думаю, что, ну, надо отдохнуть от SF. Да, у нас, ребята, напомню, что сегодня для всех, кто любит Mortal Kombat X, сегодня будет финальный стрим по Mortal Kombat X, на котором разработчики уже скажут, наверное, всем пока, предоставят конечную игру. Я надеюсь, что они покажут DLC. Я очень надеюсь. Но если не покажут, то не страшно. Короче, приходите в 23.00. А Guilty Gear мы сейчас будем закругляться уже постепенно, потому что в 21.00 я закончу. Игре уже полтора года. А какой ты про Guilty Gear? Ну да, на самом деле, понимаете, Arc System нету резона выпускать игру, Guilty Gear, потому что и другие свои проекты, потому что у нее нету здесь целевой аудитории. То есть они выпустили японцев, японцы там, ну, купят 40 тысяч японцев. Arc System все, для Arc System это, в принципе, больше и не надо. Потому что Arc System зарабатывает основные деньги не с консоли, а с аркадных автоматов. Коих достаточно много. Вот, опять же, в Европе эту игру не очень любят, то есть у нее нету здесь фанатов и аудитории, и поэтому, то есть, ну, смысл тратить огромные деньги на то, чтобы выпустить ее в России или в Европе, ну, нету резона вообще. Для Европы они сказали, что мы не против, если вы купите игру через левый аккаунт, но выпускать, скорее всего, они ее не будут. Ну, посмотрим. Там в итоге выходят игры в русских сторах со временем, но очень большое время проходит. Там уже просто люди приходят, там какие-то задроты лютые, и желания уже играть в эту игру нету. Видишь, с тобой еще не все наигрались. Я думаю, они не наиграются, потому что, ну, это... Сами понимаете. Ничего, будем стримить Mortal Kombat. Я буду, наверное, чередовать. Я посмотрю, как будет с PC-версией. То есть, большое, да, еще раз скажу, то, что большое спасибо Ткару. Он нам предоставил бесплатную версию. Бесплатную версию. Он предоставил нам версию для PC с DLC. Большое ему спасибо. Я был вчера удивлен. Кстати, вчера мне еще и Амит помог, он уже прям сразу сказал, что давай тебе деньги пришлем, но, скажем так, не потребовалось. Так что спасибо большое всем, кто поддерживает стрим, кто помогает, потому что вот не всегда я могу позволить себе покупать там PC-версии. Будем надеяться, что все хорошо будет работать, и мы с вами все дружно сможем спокойно играть в Mortal Kombat X без лагов одной дружной большой семьей. Я слышал, что большая проблема для разработчиков — это портировать игру вот в регион русский, то есть в русские регионы. У, например, если в Европе у них единая возрастная оценка, то в России там все какое-то через... В России у нас что-то все через жопу, и из-за этого у них большие проблемы выпустить у нас в регионе, в нашем. Вот, и в Европе единая, там вот во всем мире единая возрастная планка. А у нас в России какая-то другая. Я тут слышал, я просто в ГГ комьюнити долго мы там на эту тему болтали, говорили, типа, что за фигня, ну как там. И там вот сказали то, что большая проблема — это вот в России выпустить из-за вот этой вот... Вот именно в России из-за того, что... Ой, какой ресет, я только что чуть не сожрал. Парень сейчас будет пытаться меня
Ну попробуем реверсальчик, ну давай. Ну почти. Ну все, поиграно. Или пока еще не поиграно. Рано. Адуан. Эх, ну хорошо. Отлично среагировал. Надо было РЦ, хотя у меня метра даже не было. А, ты думал, в сказку попал, что ли? Нет, друг. Я рано или поздно я все-таки сделаю это. Я тебе сентиерю. Ой, хорош! Какую грязь творит просто, а? Сердце на этого человека. Он такой грязный. Ах. Отлично! Ну или не отлично. Я вообще рассчитывал, что я попал. Просто зонинг дельфинами. Вот. Ну что это такое? Быстрее, ну ладно, ну ладно. Я старался. Так. О, мы будем сидеть постоянно. Сейчас сидеть играть. Да, можно купить спокойно игру через левые аккаунты. Но, сами понимаете, не все рады такому способу. Подошла и просто сказала такая, ну, мне наплевать, я буду тебя... Я буду тебя бросать. Ой, хорошо, давай, Адуан. А, работай. Сейчас. По сути, умирает. Если я сейчас ничего не дропну... Нет, я дропну. И да... Чтоб меня! Хорошо. Зашел антиэйр. Там еще не только дельфин, там тюленчик. Тюленчик кидает это. Он кидает... Там тюлень, кит. Много кто у нее есть. Так что да, мы помним про это. Ну тут можно пофейсролить на самом деле. То есть... Потому что тут уже все, по-моему, поиграно. То есть... Ой, не присел. Ну да, я не буду тратить берст. То есть смысла нет. Ну, я пытался, не получилось. Мэй хорошая, так вот из-за кого я проигрываю. Человек просто сидит и болеет не за меня, а за Мэй. Не получилось. Но тут я уже буду тратить берст. Вынужден. Конечно, мы будем срать с дельфинами-то. Это ж так весело.
Если я полностью с тобой согласен. Если бы у меня были такие же дельфины, я бы тоже им срал. Но у меня нету таких дельфинов, поэтому мне приходится делать то, что я сейчас делаю. И мы просто покушаем. Отлично. Хороший прокат. Мне понравился. Джексу вообще ноги нужны? Ну да, он на них ходит. Я думаю, если бы Джекс был без ног, то он не был бы таким мобильным, потому что протезы такие же железные, они... Я не знаю, как вообще Джекс мог бы ходить, потому что ну столько железа он бы не потянул. Отлично, у меня... Я теперь понимаю, почему я проигрываю, когда играю Элфет и Рамлет. Ух ты. Вот этот парень хороший. Хорошо играет. Наверное, хорошо играет. Он должен хорошо играть. Должен хорошо играть, но не обязан. Вот два метра просто просрал никуда, но это я слишком много тереблю. Но она все равно проиграет, потому что, ну, как бы... Сатарот. Не, слушайте, он может победить, он сейчас... Если да, он победил, все. Вот она, Мили. Просто переиграл. Ой, да ладно тебе. Да ладно! Вот так вот! Нет. Нет. А, я уже выигрывал, да? Да. Я не хочу ничего понимать, я не хочу ничего уметь, я хочу делать сейчас два супера подряд. Я просто монстр. Не среагировал на палку. Что-то дамаг у Мильки не очень, а у нее не дамаг должен быть. Ностр, мы с тобой играем в этот файтинг, и я знаю то, что ты понимаешь, почему у Мильки такой дамаг. Я уверен, ты сам знаешь ответ, почему у Мильки такой дамаг. Там... Мне не нужно тебе это объяснять. Гориллы на руках ходят. Также и Джакс должен, но слушай. Ты так вот. Ты понимаешь то, что это на самом деле может вызвать серьезные, например, разбирательства в плане дискриминации там. Ты же знаешь, что все, что касается афроамериканцев, это должно быть корректно. А то. Опять разборки судебные там. Ой, ты посмотри, какая она хорошая. Ну ладно.
Ух ты. Ух ты. Молодец. А, вообще прекрасно. Просто смогла. Такая просто переиграла саму себя. Прыгала, прыгала, скакала, скакала. Просто дэшнулась на овердрайв. А, когда вас понерфят наконец мильки? Скоро, скоро ты засранка, ты... Ну, тут отдаем раунд. Ничего, ничего, молодец, молодец. Потащил, перфект. Просто вот умница. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Какая ты умница. На что ты готов ради афроамериканцев? На что? Господи, такой фейстролл, а. Как я давно не играл с мильками-то, а? Как я забыл о том, что это за существа такие. Ой, слушай, вот, иди куда-нибудь в свой двор, а? Ну ладно, все, победил. Милька нерфить за что? За то, что она имба. Она топ-тир. Вот ее и нерфят. За миксапа, ну да. Логично. То, что и, когда Милька загоняет тебя в угол, ты не можешь ничего сделать. То есть тебя там убивают одним и тем же миксапом. Джакс не афроамериканец? Ну ладно. Когда тебя одним и тем же миксапом убивают в углу, ты просто без возможности. Я на самом деле знаю, как с ней играть. Вот, я понял там, что нужно делать. Вот это грязь, вот просто грязище. Вот. Вот из-за этого ее нужно нерфить. Зачем тебе покупать игру? Скачай на халяву Guilty Gear Reload и играй. Вот и все. Вот тебе та же милька. Тот же самый face roll. По кнопкам. Вот это вообще, это законно? Это должно быть просто... Ну ладно, ладно, ладно. У нее и так куча миксапов, а ей еще сделали оверхед комбящийся. Ай, хороший сантиерил. Зачем мне реолод? Ну, чтобы научиться играть, понять механику, и придя в Guilty Gear Xrd, ты будешь папкой. Ну, наверное, для этого я могу ошибаться на самом деле. Инка загоняет в угол, понимаешь, это одинаковые персонажи, которые немножко просто, ну, те же яйца, только в профиль. Что Инка, что Милька, вот. Ну, просто логично, что если один...
прессер загонит другого прессера в угол, то победит тот прессер, которого все лучше всего, лучше всех получается. Я думаю, что это не нужно мне объяснять, то что там победит в любом случае тот, кто просто лучше играет. А в чем связь с Милькой? Ну, в том, что Милька в Guilty Gear Reload есть. Такая же почти. Ой, хорошо. Так, потратим мы берст. Да, берст надо было потратить. Да ладно тебе. Да что ты делаешь? Ой, хорошо. Я, кстати, научился только что. Я научился. Панишите Мильку за ее оверхед. Думала, стерва, ты это только умеешь. Выкуси. Так, блочим. Блочим, я сказал, придурок! Реверсал. Слава реверсалу. Это ж не девятка. Но у меня вообще в Mortal Kombat 10 написано. Но я рад, что ты не обозвал меня и уродом, или не написал fuck you, поэтому респект тебе, Барат Сагдиев. Надеюсь, правильно читал твой ник. Здравствуй. И будет Mortal Kombat 9 и X только чуть позже, когда он выйдет. Так что я надеюсь, ты не обижаешь, ты не расстроишься. Реджект как делать? Кнопочками. Ну, там две кнопки нужно зажать. Да, я знаю, сейчас я очень неправильно поступаю, то что так говорю, это мерзко. Ты пытаешься человека чему-то научить. Ну, этот парень слабый. Она везде есть, тогда зачем Хырд нужен? Ну, скажем так, до появления Хырда, и пока у тебя Хырда нет, ты можешь поиграть и почувствовать всю силу этого персонажа заранее. То есть ты берешь такой вот, открываешь Хырд и понимаешь то, что, ну, играешь в Reload, ты понимаешь то, что потом поймешь то, что в Exert, оказывается, Милька-то одинаковая, она же прям вот-вот копия. Вот. Но ты поймешь это, если ты поиграешь. А если ты не поиграешь, то ты этого не поймешь. Хотя нужно ли тебе это понимать? Не успел накопиться, я думал, я отрекаверюсь. Вообще, я рассчитывал, что я... Отстань. Тихо, тихо, пошел вон. Ну что-то вот такое вот не очень. Ну ладно, берс не потратили, это хорошо. Лерсон, привет. Это типа Перри? Ну да, это не Перри, это немножко другая тема. Перри — это когда ты парируешь атаку. А это не парирование полноценное, это только ты даешь огромное количество рекавери за... Ты даешь огромное количество рекавери, если, скажем так, оппонент есть метр, он может сделать свое перри.
Так что это палка о двух концах. Но тут не пошло. Инспирит, здравствуй. Я помню, когда ты обузил X-Ray, я всегда объяснял. Дор, здравствуй. Всегда объяснял, я... Не заставляйте меня искать ввод, в котором я объяснял то, что X-Ray нужен. Вот. И я говорил много раз, как можно использовать X-Ray. Зачем это делать? И смысл мне... И, короче, не придирайтесь к словам, иначе я все равно в итоге найду ввод и... Не надо, не надо. У меня все воды сохранены. Вот. Да хватит спейсить, мразь. Такой лютый спейсинг. Я сам не понимаю, что это такое, но я чувствую, что вот спейсинг это именно вот про это. А, развели ее на берст. Ой, нет, вот, вот это новое. Но... Гадость. Такая гадость. Будешь брать GTA 5 на ПК на 7DVD? Да, я видел это. GTA 5 на 7DVD. Лол. Что? Зачем? У меня уже такой фейсрол, но... Хост. What's your problem? Ну ладно, ребята, время уже позднее. Я... На самом деле, если вы не насмотрелись Эдвана, приходите сегодня в 23.00. Я повесил везде анонсы о том, что будет Mortal Kombat X. Я сразу для всех, кто смотрит на Твиче, ребята, на Твиче сегодня в 23.00 будет Mortal Kombat X от разработчиков. Если вы хотите русский стрим, то только на Good Game сегодня он будет. Потому что я не имею права стримить его на Твиче, иначе меня просто забанят. Кто сегодня может заменить меня? Если вы хотите файтинги, посмотреть файтинги, там он Аган, кстати, стримит Killer Instinct. Вот вам, держите ссылочку на него. А я пошел гулять с собачкой и готовиться к стриму в 23.00. Всем большое спасибо, что смотрели, всем всего доброго, удачи и покедва. Если нравятся файтинги Mortal Kombat X, подписывайтесь, скоро будут, ну они и так каждодневные стримы, но будет еще больше. Все, всем пока.